На Первоуральском новотрубном заводе возобновили выпуск плавниковых труб. Более 20 тонн продукции уже отгружено клиенту. Такие трубы используются в котельных установках на теплоцентралях. Трубы изготовлены на стане холодной прокатки труб в трубоволочильном цехе номер 9. Плавники, специальные выступы на внешней поверхности трубы используются в качестве нагревательных элементов. Продукция имеет высокую прочность, устойчивость к температурным перегрузкам, высокие антикоррозийные свойства и способность к пластической деформации. Все это позволяет без дополнительных усилий сваривать из них батареи при сборке котлов. Для производства плавниковых труб разработана особая технологическая схема и изготовлен новый прокатный инструмент для стана ХПТ. Освоение технологии заняло 5 месяцев. Предприятие готово наращивать мощности по производству плавниковых труб в соответствии с запросами клиентов. Для изготовления инструмента привлекали старых ветеранов, которые занимались этим до нас. При изготовлении плавниковых труб стан перестраивается, совершенно другие стержня подбираются, оправки. То есть меняется полностью парк инструмента. У цеха сейчас появились новые заказы на изготовление этих труб. Так как мы первую партию изготовили на отлично, можно сказать, в дальнейшем будем изготавливать дальше.